Опять с вами, и попался мне в руки вот этот классный, эпифон Muse. Его название Muse, Муза. Это модерновый такой, с прозрачными кнопками, пуш-пулами, и очень-очень легким для эпифона нехарактерным спортивным грифом. И вот я на нем решил сыграть классический риф и соло Led Zeppelin, Jimmy Page, Whole Lot Love. И чуть-чуть хочу рассказать об этом соло. Как всегда, классический роковый соло. Это одно из первых соло, которые я разбирал. И здесь колоссальный запас фраз, идей, которые вы можете использовать в своих импровизациях. И вот первая фраза. Мы делаем акценты на ми аккорде и играем фразу. И вот первая фраза. Мы играем в 12-й позиции по пентатонике, которую все знают. И делаем подтяжку от 14-го лада на 3-й струне к 16-му. И потом первым пальцем играем на 12-м ладу вторую струну и тонкую. И получается уже рок-н-ролл. Если мы играем по кругу. Но мы делаем еще срыв на второй струне, и уже блюзовая фраза. И можем ускоряться и получить такую фразу скоростную в стиле металлики что-то. Потом Jimmy Page заканчивает фразу двойным срывом. 15-й лад, 14-й и 12-й. Потом еще две ноты. 14-й, 12-й и подтягиваем третью струну. Это хороший пример научиться подтягивать струны. И аккорд, акцент. И следующая фраза идет октавой ниже. Пентатоника от свободной струны вместо 12-го будет 0, 3, 0, 2, 0, 2, 0, 2. И здесь мы выходим за рамки уже по диагональной к 4-му ладу. 3, 5, 3, 5. Мы делаем слайд от 2-го лада на 3-й струне к 4-му ладу. Играем такой блюзовый интервал. Первым пальцем берем на второй струне 3-й лад. Играем обратный слайд от 4-го лада к 2-му и на открытую струну. 3-ю. И потом опять 2-й лад, срыв, еще раз открытая струна, вот такая фразочка. Это первая половина второй фразы. И потом серия срывов. Это 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0. И опять ритм гитара играет, аккорд, акцент. Фраза номер 3. Очень похоже на первую фразу. Мы опять играем здесь наверху в 12-й позиции. Подтягиваем третью струну. И опять по рок-н-роллу. И подтягиваем вторую струну потом. И поставляем маленький пальчик на тонкую струну
15 лад. И попадаем в вот такой диссонансный интервал. И потом начинаются все приколы Джимми Пейджа. Мы играем в так называемой позиции Би Би Кинга, так чтобы у нас первым пальцем было на второй струне тоника. Этот бокс получается. И мы играем такую фразу. Крутая подтяжка на 2,5 тона. Если нет рычага, то можно вот так вот. Просто Джимми Пейдж утягивает в космос эту струну. И здесь надо арийскую ноту на 18 лад. Очень прикольная потом фраза. Мы как будто вот так по лестнице спускаемся, подтяжка опять на дорийскую ноту. Здесь от 19 к 21. И по полутонам идем вниз 19, 18, 17. И завершаем срывом. И потом последняя фраза. Играем не на ноту соль, а на ноту фа диез, это 19 лад. И на полтона, на тон, на полтора тона, три подтяжки. И здесь играем слайд от 16 лада к 17, не к 19. Вот такие экзотические подтяжки Джимми Пейджа. Сам риф, конечно же. Сире, сире, ми. И переменный штрих с палмьютингом по толстой струне. Это основа хэви-металла. И квинтами здесь наверху. Это вы, наверное, уже знаете. Но вот само соло, очень интересный запас фраз. И пример, как Джимми Пейдж использует пентатонику интересными экзотичными подтяжками. И вы можете также свои фразы вставлять, делать акцент. Использовать подтяжки не только на тон, но и больше на полтора тона, на два тона. На четверть тона, на полтона, очень много разных интересных подтяжек. Но первое, конечно, вам надо научиться стандартные подтяжки на тон. Столичка на сегодня. Чао-чао.